Мы были сейчас только что в магазине «Светофор». А, вон он сзади меня. Не могу ничего пока сказать. Мне показалось, что очень грязно. Там очень грязно, все такое грязное, и все витрины грязные. И из-за этого отношение к магазину какое-то, знаете... Грязное, правильно ты сказала. Я считаю, что каким бы магазин ни был, там всегда должно быть чисто, убрано, полки должны быть всегда в идеальной чистоте, и все должно быть чисто. Я тоже так считаю. Идет камера, разговаривает. Обратно пошли домой через лесок. Прогуляемся немного по лесу. Здесь, оказывается, есть много тропинок, по которым ходят люди, а мы не знали. Мы вообще вокруг пошли. Очень красиво, очень атмосферно. Мы даже не знали, что у нас здесь, рядом с домом, такая красота. Мы, наверное, сюда будем частенько теперь ходить, правда? Это просто потрясающее место. Здесь такая энергетика, это просто вообще невероятное что-то. А если встать еще, чтобы на тебя попадало солнышко? Здесь жарят шашлыки. Так, там какой-то мужчина идет, поэтому я, наверное, пойду назад. Не будем рисковать. А то еще украдет меня. Всех приветствую на своем канале. На сегодня будет с вами вечерний влог. Пришла после работы, открыла свой холодильник. Понимаю, что все больше откладывать на завтра уже невозможно. Надо его размораживать. И оперативно занялась разморозкой холодильника. Все вытащила. И вот пока сейчас пью кофе, немного у меня все подрастает и уже в морозильной камере, и уже будем заниматься прям отколупыванием. Отколупываю я лед в морозилке сама, я не жду, пока он сам растает. Так что, девочки, если у вас также морозилка давно не размораживалась, вы давно не занимались холодильником, вам моя мотивация сегодня на вечер. Размораживаем сегодня холодильник. Подготавливаем его к заморозке полуфабрикатов. Вытащила все свои замороженные овощи на первую полочку. Надеюсь, они не успеют разморозиться, пока у меня размораживается морозилка. Очень много наморозило снега здесь. Размораживаю я холодильник раза два, наверное, всего за год. Не знаю, может быть, кто-то раз в год размораживает. Пока по бокам и сверху не наморозит много снега, я не размораживаю.
Мне осталось помыть вот эти две полочки, лекарства перебрать, потому что там уже, наверное, некоторые уже срок годности у них закончился. Полочки я помыла, вот эти две помыла, стекло помыла. И останется мне еще полностью помыть весь холодильник, но он у меня не настолько грязный. Я его только протру хорошо. И все, просохнет, и уже буду подключать. Ну что, все, я закончила с холодильником, разморозила, просушила, уже включила его, все поставила туда. Все, на сегодня у меня дело, которое я запланировала, оно у меня сделано. С тыквами еще ничего не делала. В ближайшие дни планирую одну тыкву порезать и отправить на заморозку. В заморозку, наверное, так будет правильнее сказать. Здесь я тоже все прибрала, все помыла. Осталось только гречу с сахаром убрать. И все. Хочу вот в этот контейнер сахар поставить и гречу, чтобы было удобнее брать. Они вот... Я эти контейнеры вообще покупала для холодильника, но как-то не приспособились мы складывать все в контейнеры. Хотя было удобно складывать сюда пакетики для мурки, либо кетчуп, майонез, соусы какие-то. Но потом это все уже...
по-прежнему разошлось по холодильнику, и вот эти два контейнера, которые у меня есть, один под аптечку ушел, а вот второй никак не приспособился. Буду сюда сахар складывать и буду сюда гречу складывать. Вот. Я вам не показывала, покупала в фикс-прайсе вот такую вот подставочку, подложку, и мне жалко ею пользоваться. Она такая красивая, я ее промаслила, чтобы она более так ярко выраженно выглядела, и мне жалко ею пользоваться как-то, она у меня больше для декора теперь на кухне лежит. Очень мне нравится эта текстура дерева, вот два цвета, когда встречаются, темный и светлый, очень это все красиво, прям обожаю я цвет дерева, мне очень нравится. Натуральный такой цвет, естественный, фактура вот это дерево, вот это вот все. Не объяснить словами, такая красота. И вот эти ложки, я их тоже промаслила. Они вот даже поблескивают. Они у меня тоже для декора. Но это не дерево, это... Я не помню, что это. Ну, в общем, они, масло в эти ложки не впиталось. Я хотела, чтобы также текстура дерева была ярко выраженная, но вот в эти ложки, в этот материал, из которого изготовлен этот набор, масло не впиталось. Он у меня служит тоже только для декора. Я этим не пользуюсь. Ну, вообще они как бы не очень удобно выполнены, эти ложки-вилки. Видите, край какой толстый, вот этой вот лопаткой в принципе неудобно пользоваться. Ее надо, вот этот край, его надо стачивать. И также у этой лопатки, ну, мешать, возможно, что-то этой лопаткой можно. Ну, вот, например, что-то снять, блины, оладьи, уже вы не снимете. В общем, они у меня стоят для декора. Бутылочка для масла, которую я покупала, я вам показывала, не пользуюсь, все. Мне вообще неудобно ею пользоваться. Она у меня в шкафу там где-то стоит, где тарелки. Не пользуюсь я ей. Мне надо, чтобы масло выливалось сразу, и вот прям хорошая порция. А с этой бутылочкой стоишь, ее трясешь, в общем, неудобно. В общем, моя антипокупка, эта бутылочка. Девочки, я уже села смывать макияж. У меня сегодня на глазах тушь и брови подкрашены. Вот вроде бы ничего такого сегодня не сделала, но закончила я уборку на кухне уже в 10 часу. Смывать буду мицеллярной водой от Faberlic Вербена. Я вам уже показывала. Очень мягкая мицеллярная вода, хорошо смывает макияж. Очень приятно пахнет, я ей пользуюсь. Вика пользуется другой мицелляркой, она ей больше понравилась. Вот как хорошо смывает, посмотрите. Я раньше всегда снимала макияж только с помощью мыла. А потом начала пользоваться только лосьонами для снятия макияжа. И потом вообще перешла на мицеллярки. Ой, у меня, наверное, сейчас такое выражение лица страшно. Нет, отлично все. Все, теперь иду умываться и уже буду готовиться ко сну.
На этом я влог свой сегодня буду заканчивать. Всем пока-пока, увидимся с вами в следующем видео.